Приветствую всех! Несколько лет назад на моем канале вышло видео про опускание горизонта с подъемом на высоту. Напомню, о чем там шел разговор. Поскольку наша Земля представляет собой шар с радиусом 6371 километр, то с подъемом на высоту нескольких километров, например, на самолете, мы должны увидеть, что горизонт опустился на несколько градусов. Скажем, для высоты 10 километров опускание должно быть чуть более 3 градусов. Это элементарная геометрия. Вот небольшая демонстрация в сервисе GeoGebra, объясняющая, почему так происходит. Зеленый круг радиусом 6371 километр изображает Землю. Наблюдатель находится в точке С. Отрезок CB синего цвета – это высота, на которой он находится. Оранжевая линия – это плоскость истинного горизонта. Красная линия CH – это линия взгляда на горизонт. Как мы видим, на высоте 10 км видимый горизонт будет ниже истинного примерно на 3,2 градуса. А теперь я покажу вам еще одно видео реального замера опускания горизонта. Эксперимент проведен мной лично 17 июля. Координаты, высоту и точное время вы можете видеть в верхнем левом углу экрана. Мне удалось поймать достаточно удачные условия для эксперимента. Низкая плотная облачность, хорошая дальность видимости и четкая линия горизонта. Исходные данные. Высота примерно 8650 метров, высота облачности около 1500 метров. Если кому интересно, в кадре типичные слоисто-кучевые облака. Или по-научному стратокумулус. Типичная высота их обитания от 500 до 2000 метров. Я взял среднюю. Поправьте меня, если я тут не прав. Посмотрим, что у нас получится по расчетам все в той же GeoGebra. Пунктирная серая линия – это слой облаков. И у нас получается угол опускания горизонта примерно 2,7 градуса. А теперь посмотрим, что покажут мои замеры. градуса. Достаточно близко к расчетному значению. Конечно, как и в прошлый раз, я продемонстрирую, что никаких манипуляций с уровнем в телефоне я не делал. Если кто-то знает, как это вообще можно сделать в принципе, поделитесь информацией, обсудим. Если перевернуть телефон и если уровень в телефоне не подкручен, то значение должно поменяться на 180 градусов и в моем случае показать 177,6 градуса. Смотрим. И видим результат. 177,8 градуса. Снова достаточно близко к ожидаемому результату. А значит, никаких подкруток там нет. Итак, горизонт опустился именно на ту величину, на которую он и должен опуститься. Шарообразная Земля снова доказана, на этом можно и закончить. Или нет. В прошлом видео было много претензий по поводу чистоты эксперимента, и переворачивание телефона не убедило скептиков в чистоте эксперимента. Хотя кто им всем мешает самим лично провести эксперимент и убедиться, что горизонт таки опускается, причем именно на ту величину, какая и должна быть на шаре радиусом 6371 километр? Ответ мне неизвестен. Скептики, как правило, обычные диванные эксперты, которые сами ничего делать не в состоянии. И тем не менее, в этот раз я на своем примере покажу, как проверить телефон или камеру на предмет корректного отображения ориентации. Мы воспользуемся так любимым многими альтернативщиками водным уровнем. Думаю, по этим кадрам вы уже догадались, о чем я. Ведь поверхность воды у нас идеально горизонтальная, а значит, если совместить линию визирования камеры с поверхностью воды, мы увидим реальную ориентацию камеры и то, врет уровень в камере или нет. Как видите, даже при съемке с рук отклонение не более 0,2 градуса. В идеальных условиях со штативом и стабилизатором вполне возможно могло показать и 0 градусов. Дополнительно я перепроверил результаты в двух других программах. Естественно, значения практически те же самые.
кстати, для желающих повторить мой эксперимент, но не доверяющих электронике. Вы легко можете обойтись и без всего этого. Вам достаточно все того же водного уровня. Просто берете любую прозрачную емкость с водой достаточного размера, ждете, когда поверхность воды успокоится, и совмещаете ее с видимым горизонтом. Наблюдаете, делаете выводы. Ответные видео с подобными экспериментами только приветствуются. А вот теперь действительно можно закончить. Опускание горизонта в полном соответствии с официальной моделью Земли в очередной раз доказано. Опровержений этому нет и, скорее всего, не будет. Разве что снова заведут разговоры про подделки, фейки или волшебную атмосферу. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.